Sai, еще предлагаю. Выпилите хоть такую банду, пишет. Нет, усилить надо, если температов куча, что потом делать. Ну, уже это 2600 построил у нас. Не хотят они. Жди, отлично. Кома. Ну тоже хорошо, там можно починиться. Как и на свет. Ну просто прикрытие столицы. Но на Кефроне было, да? А там что-то валялось. Рискнуть. Кстати, детектор может что-то другое поделать. Леска, хорошо, леска. Да тут все хорошо, это леский урон так себе. Вообще непонятно. Сейчас не делаю. Поставим уже им этот радар. Это обычный. Уже Сибирь все-таки скрыл. Так уже на почти 10 тысяч. Посмотрим вообще, как оружие сдается нам. В общем, выгнать, пусть температы появились, выгнать их на Кефрон. Да. Направо и все. Солнце. Пускай охраняют. Еще один ты. Еще лес. Бенон. 23 гладит. 27 у нас сколько леска. 23. Ну можно продать леску. Радар трохи кратковый.
три влез. Ракета не могла. Вот рейнджер залетит. Ну, по идее, они должны как бы сами были. Что-то вкусное. Мы все равно потратились, было 55, а осталось 50. Не купили базу, то я купили пиратский кубик. Организовали Венецию в шанс. Да, она там на краю уже вообще Сатуру. Нет минус. Сейчас лист, торговый лист. Как я роскошно падал, 4, 10. На земле оружие на Марстера. Марс. Решает. Ну и Питер рядом, он сейчас на Юпитере, слышишь. Ну, удар держится, но все равно тащит. Невозможно попасть во все системы. Надо лететь в Альтаир. Вообще. $15,000. Это самый дорогой. И еще лучше. Вообще ни хрена не будет. Ну это просто попсовая. Только орудия крепкие по 40, ровно 240. Пускай. Блазероидное дело, почему-то.